для того, чтобы не раствориться в этом огромном разнообразии народов и культур, нам жизненно необходимы работающие институты – религиозные, национальные, общественные. Будущее института единого духовного управления мусульман, которому в ближайшие десятилетия, а то и столетия нет замены, мне видится в том, чтобы это была структура, которая по своему уставу и внутренней самоорганизации была защищена от смут и раздроблений, а при наличии солидного кадрового состава в лице ученых, богословов, их постоянного интеллектуального обмена и общения имела иммунитет от всевозможных провокаций. Нельзя допускать размен стратегических целей и достижений всего мусульманского сообщества на локальные успехи и региональную самостийность. При всей внешней привлекательности свободно ассоциированных структур альтернативой четко структурированного вертикально организованного федерального центра является девальвация исламского фактора до уровня регионального, потеря его значения на общегосударственном уровне. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم крепко держитесь за веру в Аллаха все вместе и не разделяйтесь.